Всем привет! Я не знаю, что у меня происходит на голове, но вообще сегодня нам сказали, что мы приходим к третьему уроку, поэтому я решила снять для вас видео, что в моей сумке, которую я сегодня принесу в школу. Так, ну, во-первых, у меня здесь учебники, не так уж много учебников, потому что я просто, не ношу все. То есть сегодня 4 урока, я вот только 2 учебника взяла. Обычно у нас 6-7 уроков, я беру 3 учебника. Где-то так. То есть самые основные. Так, дневник, речь, английский, это тетрадка, литература, тетрадка и геометрия, учебник. Здесь у меня 4 доклада в одном файле, потому что конец четверти, надо пятерку получать. Пенал, это мой второй. Вот это мой первый пенал. Здесь у меня все такие основные принадлежности, как ручки, 2 ручки, штрих, 2 карандаша, где-то здесь был, нет, 1 карандаш, 2 ластика и черная гелевая ручка. И во втором пенале у меня такие, не совсем основные штуки. Это здесь у меня линейка, ручки цветные, как это называется? Не помню, как это называется. Ну, ладно, неважно. И вообще, этот пенал я ношу с собой только для того, чтобы складывать туда телефон. Далее у меня... Ой, не могу, насморк. Так, во втором большом кармане у меня здесь дезодорант. Он мужской, Old Spice. И он пахнет, как апельсиновый сок. Хотя, не помню, возможно, я уже вам про него рассказывала. Что тут еще? Расческа. Я ее уже пользуюсь где-то года 2-3. Детский крем «Лисичка», потому что губы у меня сохнут постоянно, просто всегда, и не только губы. Антисептик, хотела сказать антиперспирант, но я всегда путаю и забываю вот это название «антисептик». Я его купила, я его не покупала, мне его дали в Америке, просто спирт. Я им почти не пользуюсь, хотя здесь уже немножко осталось, я им в сентябре пользовалась. А сейчас не пользуюсь, потому что он какой-то очень липкий, мне не нравится вот этот, я лучше просто руки помою. Так, флешка-браслет, который мне дали на концерте Ленова, носовые платки, пластырь, и вот это у меня бальзам для губ, мятный, и это тоже какой-то, это как гигиеническая помада больше, и я пользуюсь вот этой. Вот про это я вам точно уже рассказывала, это чопстик. И я как-то очень много с собой ношу всего для губ, потому что губы у меня ужасные, сухие, проблемные. И еще у меня здесь в отдельном кармане, вот здесь, не видно ничего, но вот здесь, в общем, этот карман закрывается, у меня там маникюрные ножницы. Что тут еще есть? У меня есть вот такая маленькая коробочка, и здесь есть визитки «Грани мира». «Грани мира» — это агентство туристическое, онлайн-агентство, которое открыла моя мама. Так что ссылку я оставлю внизу. Если вы хотите путешествовать, то вот путешествуйте с нами, так сказать. Я как-то в школе всем раздавала, и не только в школе, я не знаю, просто кидаю эту штуку с собой и людям раздаю. Но я раздала очень мало, потому что здесь их довольно много осталось. Так, что тут еще? Вот в этих карманах у меня больше ничего нет. Е-карта. Мы по Е-картам проходим школу, у нас есть такие турникеты. Как это называется? Вроде турникеты. Или нет, не турники. Ну, неважно. В общем, мы прикладываем карту, проходим. Да, турникет. И вот. И так мы уже где-то 3 или 4 года живем в школе. Чтобы я ее не потеряла, она у меня была подписана, но была подписана карандашом Осташкина Анны, пятый В, шестой В. А потом как-то в 7 классе я приклеила на нее наклейку с лягушкой, и теперь я ее не теряю никогда, потому что я знаю, что у меня там лягушка. Так, и что-то тут еще было. Та-дам! Это просто невидимка. Нет, она мне не нужна, ну просто пусть будет. Вроде бы это все. Да, это все. И это моя обычная черная сумка,
которую мне прислали с сайта New Dress. И здесь я нашла, в общем, у своей мамы старую какую-то сумку, потом забрала вот эту штуку, точнее, отцепила вот эту розовую штучку на цепочке и прикрепила сюда. Чаще всего, на самом деле, я хожу не с этой сумкой, а с рюкзаком, но он очень грязный. И я все жду, когда закончится четверть, чтобы я могла его постирать. Хотя, может быть, мне будет лень, я не постираю его. Я просто очень ленивая, очень грязный. И вот. Ну, поэтому я с сумкой хожу. Так, мои самые любимые вещи, самые полезные вещи, это вот этот крем. Я чаще всего его в школе использую. Расческа. И, наверное, не знаю, наверное, ножницы. Ножницы я тоже. Я то ногти подстригаю на уроках, то я что-нибудь отрезаю, вырезаю. Один раз, я помню, у меня были ножницы с собой, только не маникюрные, а большие. Они мне тоже пригодились на английском, потому что я... Мальчик один отрезал мне волосы, а потом я взяла и отрезала ему волосы. Да. Иногда еще я с собой ношу вот зарядку для телефона. Сейчас она у меня в розетке, потому что я заряжаю свой телефон. И, в общем-то, я надеюсь, что вам понравилось это видео, хотя у меня на голове непонятно что, потому что нельзя мыть волосы, а потом закручивать их вот так и ложиться спать. Это ужасно, но я пойду в школу так, потому что у меня времени нет, и урок у меня через час. Хотя нет, у меня есть время. Я просто не хочу выпрямлять волосы. Так вот, да, надеюсь, вам понравилось это странное видео, быстрое, короткое, маленькое. И напишите мне ваши самые любимые вещи, ваши самые любимые предметы, которые вы носите с собой в школу, в сумке, в рюкзаке. И да, я вас очень сильно люблю. И пока!